Но суставные упражнения на пальцы и предплечья, как правило, желательно выполнять таким образом, чтобы нагрузка перекладывалась, соответственно, на те партии, которые слабее. Итак, сейчас я вам покажу очень простое, нехитрое изобретение, ноль, но тем не менее, очень эффективно на пальцы. Почему? А посмотрите сами. Итак, упражнение на пальцы, на вот этих два пальца, указательный и средний палец, выполняется следующим образом. То есть, я повторяю, это и на пальцы, и на предплечье одновременно. Берем этими двумя пальцами таким образом, чтобы наша рука по отношению оси ручки подходила под углом 45 градусов. Вот так. А упражнение выполняем вот таким образом. То есть практически в этом упражнении нажимаем именно вот этими двумя пальцами. Вот эти пальцы, они как бы прослаблены. Нагрузку чувствуем именно вот таким образом. Очень эффективное упражнение для указательного среднего пальца. Одновременно укрепляем предплечье.